Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 19 февраля в Уколте-Лятник он защищал людей от бесчисленных, невидимых, но свирепых и неукротимых зверей, бесов, которые так и ищут, как бы кого поглотить. Приметы этого дня. Ясная морозная погода в этот день обещала бурную весну, сухое и жаркое лето. Чем на Уколу-Телятника было холоднее, тем теплее будет в марте. На Уколо-хозяйке жгли чабрец. Считали, что вот дым делает молоко более вкусным, а телят здоровыми. Если одинокому человеку сегодня помолиться, то вскоре отыщется его вторая половина. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. 20 января 2020 года. Морозец, и это хорошо. Подсохла грязь. И это хорошо. Поднял кулек. Ну идут, бросают у меня на пути. Вот же урна тут недалеко. Сейчас все бросим и будет чисто. Чистый парк. Самому ходить. Как вам моя походочка? Ну-ка, оцените. Сила, красота, богатство. Походочка, как в море лодочка. Вот так вот. Работаем над собой, работаем. Всякое было. Мы стараемся, смотрим, думаем, преодолеваем и идем в
вперед. Доброго здоровья, спасибо. Спасибо. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят.